кочкам. А? По кочкам. Рената первый раз тоже слышал за меловые горы, но не была ни разу. Сурок или что было? Как туда? Он с землей что-то там сравнялся. Туда посмотрите, все только пойти. Идем. Сейчас. Я вижу птичку. Ага, вон он бежит. Ну, я хочу, чтобы он бежал, и мы его засняли. Или там норка есть? Вон норку? Не, он уже убежал. Вот отсюда. В норку забежал. Скоро дождик начнет, тучи надвигаются. Вот они, горы меловые. Там вот птичка гнездо сделала уже себе. Начался дождик. Мы пошли домой. Хватит. Я считаю, у природы нет плохой погоды. Кроме ветра. Вот ветер — это ужас. Что в жару ветер, что в дождь, что в снег. Сразу погода ужасная. А так вот нет плохой погоды. Вот сейчас без ветра дождь капает. И ништяк. Ну, как-то свежо. Да? Вон тучки какие. Так хорошо погуляли. Мел собрали. Mm-hmm.